Мотивацию! Панда! О, чё за тяги? Кефтами. Бля, какой красивая машина. Реально красивая тачка эта. Купи, да пи***ц, блядь. О май гад. Рататуй. А как они, вот как вы такие реки делаете? Ja pierdolę, patrz, się zbudkałem. Bubr! Kurwa! Ja pierdolę, jakie bydle! Aby się kam twoim slozy. Потом пишите, гаджи, почему ты не отвечаешь? Вы мне микрофон пердите, вы. Больный. А вот еще рубрика с моего старого телефона картинки, блин. Опа. Я сварщик. Опа. Что я, блядь, сохранял это? Я не понял, а в чем прикол? Нет. Так, дамы и господа, заднеприводная. Малять твоя, блядь, чель на него обелей, блядь. Агать твоя, блядь, пизда пить, блядь, твоя у, блядь, вен тут свит, блядь. Я не стараюсь, чуть малять твоя, пизда пить, блядь. Текила. Как? Хай тик тик так. Хай тик тик тай лава. What the fuck is this piece of shit? Салям. Это монстра, блядь. Итальянцы в ахуе. Если мне предложили бы, что красивее, Ламборджини, либо Део Батис, я бы вкинул свой насвай на этого человека и сказал, ты чё? Наконец-то нормальные смешные тиктоки. Я, блядь, заебался. У меня в реках одни маски, блядь, на тиктоке. Словил косой взгляд после того, как мимо нас проехал. Осуждаю. Нихуя. Терпила, братан, заявление напишу, мне похуй. Какой драка, мрака, не знаю. Вау, СМС-ка! У нас будет... Нихуя не знаю. Живу по закону российского... Твой голос, да ну нахуй, мой? Нахуй он себе второй брови нарисовал. О, Дота! Ебите! Ты что делаешь? Меня уже смешно. Геи! Геи! Вижу парня сосу! 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 Такие минуты труд.
трудно понять, где заканчивается реальность и начинается мечта. Не понял. Когда ночью наконец-то нашел тот самый магазин. Заканчивается реальность. Объясните мне нахуй. Трудно понять, где заканчивается реальность и начинается мечта. Наконец-то нормальный. Нормальный этот. Наконец-то! ТикТок! В детстве, когда мама задержалась на работе. Бля, вас было в детстве, что вы думали, что вы из приемной, что вы приемный ребенок? Я на полном серьезе здесь думал, что я приемный. Пахан так много шутил, что я приемный, что я в это поверил. Я сидел, думал, блядь, интересно, а я с другой семьи, а как меня забрали? Бля, может, я не похож? Вот так, понял? Вот такое. Я в моменте реально задумался. Вот так лежал, спал, думал, блядь, вроде похож на папу или нет? Назвал Дэном, я его простил. Я убил и даже не завысил сил. Вместил на рифтинг, любезен обвил. Баскетбол к уроку, блядь. Откуда знаешь? Солнышко мое, вставай, ласковый. А что, реально воздух не вытащить, можешь сдохнуть. Блэк, да не еби его, долбай его. Давай, давай, давай. Вау, это Блэк. Хотя бы спасибо. Блядь, это пиво? Блядь, у меня бабушка умерла, и я будто до... Я буду тут до среды. Бля, сочувствую, спасибо. Будешь Free Fire? Что тут происходит, блядь? Яйца лишим, блядь. Яйца лишим. У нас можно поставить любой статус бесплатно, у нас абсолютно каждый может выложить сторис. Деньги давай, бля! Деньги сюда давай! Что с вами? Работает стрим? Ебать качество. Ебать
заебал. Всем девчонкам нужен пот. Всем девчонкам нужен тот, с кем их рогает деньга сипит за каменной стеной, с красной ниткой на запястье, полный бабочек рыба, и сердечко рвет на части, ты писала до него, семь ошибок, снова и счастье, всем девчонкам нужен тот. Вот, нормально. Машина, блядь, ломается, в нее бабло вливается, а как захочу продать, то не получится. Читер, блядь. Долбоеб, блядь. Уилсон! Lo siento! Lo siento, Уилсон! Не... Бедная курочка, ебать. Купил ей шоколад, зай, ёжи деньги, потом его съел. И маму мал, а тата мал, а брата мал. Что еще раз? Я спустя столько лет понял, что в этом звуке пацан не радуется, а платит за то, что скоро умрет. Реально? Ты маму мал, а тата мал, а брата мал. Реально? Я хотел сказать вам. Не понял. Забавно, что на Западе людей отменяют за те вещи, которые делают каждый день. Что значит отменяют? Я не понимаю. Я хотела сказать вам всем большое-большое спасибо. Я до последнего, честно сказать, не хотела сюда идти. Ну, действительно, это был спор и... А что не так в дном коробке? Ну, ладно, давайте посмотрим. Так, ну-ка, подвинься, пожалуйста. Что это? Вот оно что. Осуждаю. Ла Сиента это... Прости, прикинь. Где деньги взять? Давно известно. Домашние деньги. Доступно и честно. Восемьсот. Пять. Проще позвонить, чем у кого-то занять. Ой, бля. Что сказала? Деньги давай, бля. Девять лет. Я посмотрел видео тут. Дожили до правды. Можно ли отказаться от второй хапки? Принцесса и горы, Растаман везде все свое возьмет. Что забудет украсть? Я не понял, вот сейчас, вот объясните мне нахуй. Со своим другом Павелом Васильевичем Онегенковым сажусь в карету. И мы замечаем, что она едет быстрее обычного. А, разбиться едет. Что с косарем делать? Как-то мало, бля. Бля, мало что-то вообще косарь. Как почувствовать? Как почувствовать? Ебать охуенно. Кто?
Ответ ко всем, кто здесь слепит. Вах, блядь. Нихуя прожектор. Нихуя. Lo siento! Сука. From a gun body. Quam ki what's aim and pin. Khan gun kum na za pin. Ti hen kuta body. А потом скушают его? Body me a gun sex for all. При себе что-либо запрещенное имеете? Оружие, наркотики, боеприпасы? Да. Что имеете при себе? Наркотики. Еще раз громче. Наркотики. Позитивно. Ебать экран! Нихуя себе рабочее место. Ебать, я тоже такое хочу. Заставил муху, блядь. Эту штуку надо в спальню поставить. The words he and her are reduced to e and er. Ебать! Я помню этот стрим, когда они машину купили. Вы понимаете, что я до сих пор не проснулся? Вы все в курсе? Трусы маме купи, она голая, бегает $2, бля, и сует в жопу через отверстие, блядь, она танцует. Купи маме трусы, вот ей три. О, кут охуенный. Что это? Так, быстрей. Они по трасам ты ездить? Ты курва. Что еще coś? Курва, ziomeczku, ездить potrafisz, курва? Potrafisz, курва, ездить? Пердалай, курво. Матазу ебаный, ну. Они все там так, ну, такие, а, вот так говорят, все там так делают. Нихуя! А он выпал с машины! Он выпал с... Блять, это такая хуйня, блять, всегда это пиздец жизненная хуйня. Очень жизненная, знаете? Или в поезде сидишь, такой, или в автобусе, и вот такой, блять, мы едем или стоим? Так, блять, мы едем или стоим? Это хуйня. Ты уже теряешься в пространстве. Что не так? Что не так? Осуждаю. Осуждаю, ебать. Откуда, куда, прикинь? Как вас зовут? Алкаш.
подходите, нахуй, блядь. Нихуя себе. Не сподзанка. Ниес. Бимбер. Курва. Ха? Блядь, зимнюю резину надо купить. Нахуй ты, блядь. Смотрел, там рубеж идет. Ой, бля. У тебя есть зонтик? А гандон у них. А кто это такой? Вот это кто такой? Объясните мне. У меня есть спроси. Сзади стрим. Объясните мне, я вообще что-то. Я ничего не пойму. Даша 28 плей, знаете? Я к ней захожу, у нее ебать 10 тысяч человек. Постоянно. Я такой думаю, что случилось? И там у меня на стриме сидит какой-то тип. Какой-то, он какой-то популярный или что? Ну он ее трахает. А, шип? А, тогда понятно. Я тоже хочу стрельнуть за ТикТока. Есть кто с ТикТока в чате? Пиздобола ебаная. Пошел. Вау, СМС-ка. Так вы заебались с этим приветом. Он in under by. Бля, у меня эта вот мысль была в голове, знаешь? В ВК, понял, написать всем своим друзьям, чтобы они заняли мне по 1000 рублей, а они мне не отказали. Залутать лям и просто написать на... И знаете, какую отмазку самую классную? И на стене написать «Меня взломали». Прикольно было бы, знаешь? Вот. Девушки, когда их называли женщиной, ты сейчас слепой, парни, когда их назвали мужчиной. А вы знаете, что есть женщины, которых назовешь девушка или девушка, они такие, ну, они обижаются, типа, какая я тебе девушка, бля, посмотри на меня, милок. Есть такие? Отвечаю. Я тебе вам отвечаю, есть такие. Я вот убил двух работяг, не знаю, зачем я это сделал. Я просто пришел голый, я увидел, нету свидетелей, думаю, окей. Думаю, ты что, охуел, ты комплимент сделал, крыса ебаная, блядь, ты выебаешься, блядь. Убью. Никто этого не видел, ночью, ноль свидетелей, ты убил, просто ушел. Осуждаю. Привет, Бехтиев. Что такие? Я в блядь, ебать жизненно, пиздец. Блядь, ебать жизнь, я только сейчас понял, охуеть. Escuta aqui, eu não vou morrer, não importa como meu corpo fique. O meu desejo de lutar é tão grande que vai me dar forças. E depois disso eu vou derrotar, custe o que custar. Охуеть, на него напали. Бля, охранники, вот, знаете, самое, что обидно, охранник в школе, это
Во-первых, самый бесполезный тип. Ну, не всегда, конечно, от человека зависит. Ну и тип, который самым первым пролетает. Вау, если какой-то. Который сидит вот так, охранник. Представь, какая-то суета начинается, какой-то тип залетает, да? Там, как в Америках там бывает, с оружием. Ну, он же самый первый сляжет. Ну. И уже у него нет ничего, ни оружия, ни хуя. Он бедолага сразу, нахуй. Бедный, блядь. Ладно, здорово, так же бесплатно. У вас пенис скоро отвалится. Бонжорно, отсосал хуй. Ты этого бонжорно как засунул? Скажи мне, добракек, он тебя отсосал? За жилет рыболова. Вовка, Вовка. Сел жопой да хуй ловко. Сколько у меня всего денег, без такого вопрос дурацкий. Будто бы на него есть смысл отвечать. Бля, я не представляю. Вот мне вот интересно, отвечаю, сколько у него денег. Я не представляю, он ничего не покупает столько лет. Огромный у него, он пиздец, мне кажется. Я даже не представляю, что у него за состояние. Будто бы обязан знать какое-то точное количество. Алло, сразу говорю на будущее, я не омешка, я не слабость ебучая, я силен, то есть духом, морально, ментально, блять, у меня сильный иммунитет, я викинг нахуй. Your mama's calling back. Подожди, я только сейчас понял прикол. Фрунзе, в Апшеронске есть? Есть. Октябрьская. Не помню. Гагарина. Есть. Спортивная. Нету. Спорта есть. Карла Макса. Есть. Фриндрих Эггельс. Вау, СМС-ка. Пушкинская? Согласен. Я не. Что с ним? Не попадет. Охуеть. Сделайте глубокий вдох. Глубокий вдох. Сделайте глубокий вдох. Глубокий вдох. У вас немножко смещен позвонок. Сейчас мы его вправим. Глубокий вдох. Нихуя себе. А школу захотелось попить. Бля, вот сейчас дилемма в моей башке появилась. Что если бы меня тоже встречали вот так, именно в такой вот, вот в таком варианте событий, согласился бы я. Ну, Рафаэлку можешь нахуй выкинуть. Тут уже Найки. Бля, ну почему нет? Почему нет? Почему вот мужики не могут? Видишь, у мужиков все равно в душе сидит, они не могут себе позволить, как девушки, да, там, за деньги могут с лысыми и волосатыми, толстыми типами спать, да? А мы не можем себе позволить. Ну, а да, симпатичная, да, красивая девушка. Мы себя уважаем, мы мужчины, мы сигмы, блядь. Нас не купишь, нахуй, просто так, блядь. Спасибо тебе большое, брат. Сразу видно, наш залетел. А еще категория долбоебов. Вот Квери, например.
которые какого-то хуя думают, что мне интересно смотреть ебучие рилсы в Инстаграме. Просто у меня есть тип, бля, где он? Он мне 3 года подряд кидает рилсы без остановки. 3 года, каждый день. Каждый день, 3 года. Это пиздец вас. Не буду смотреть. На компьютере сейчас 16:36. Лустер бомбастик, бомба файл. Бля, по голове позвучи себе, бля. Они открывают же. Ебанутая. Будешь? Сейчас, 2 минуты засмотрим, пойдем фильм смотреть. Вашан? Рэпшан? А почему ты меня в ВК игноришь? Прочитал и не ответил. Не знаю, Владимир. ЧСВ, наверное, потому что... О, нет. Это все про тебя. Видел разоблачение Сареры от шоколадного. Разоблачение Сареры? Охуеть, бля. Черт, не понял. Ебать, жизненно было сейчас. Я любила, люблю и буду любить BTS. И мне наплевать, ставите вы на них лайки, не ставите. Я как их ставила к себе, так и буду. Я их люблю.